Еще один интересный обитатель прибрежных рек. Это барамунди. Ей одинаково комфортно как в соленой, так и в пресной воде. Барамунди обитает в реках и эстуариях вдоль северной оконечности рифа. Являясь хищником, рыба питается мелкой рыбешкой, рачками и водными насекомыми. Как и брызгун, барамунди является искусным охотником, но не стреляет в добычу. Она использует для охоты свою феноменальную скорость. Беспечная стрекоза порхает над водой, не подозревая о присутствии хищника. Притаившись у поверхности, хищница готова напасть. Она делает молниеносный выпад и моментально заглатывает добычу. В мгновение ока рыбина разевает пасть и всасывает воду вместе со своей добычей. Барамунди питается не только разнообразными водными насекомыми. Она любит полакомиться и небольшой рыбешкой. Однако иногда сама речная хищница становится добычей. Барамунди делит территорию с гребнистым крокодилом. Огромный солти замечает крупную барамунди и плывет прямо к ней. Рыбина не может тягаться с машиной для убийств. Крокодил хватает ее и вытаскивает на берег, чтобы поглотить. Еще один солти не прочь полакомиться, но победитель вовсе не собирается делиться. Крокодил слишком прожорлив, чтобы отдать часть своей добычи. Он возвращается в мутные воды, чтобы в одиночку насладиться обедом. Жизнь на побережье всегда непроста. Барамунди является королем на своей территории. Но в следующее мгновение может оказаться жертвой могучего крокодила.